Так, вот эту программу просмотра. Открываем файл. Просматриваем материнскую плату. Вот она. Нас интересует R540. РЦ. Да, 500 какая-то там. 542 и... Ладно, давай вот на эту сторону. Выберемся. Вот здесь вот они. Вот 540. Вот сигнал, если подсвечивается. Это у нас 1,8 вольта. Вот эти раз, два, три, четыре отбрасывают единицу. Вот. Если все четыре, здесь вот эти вот 543 Рц, 544, 46 и 48. 4, 6. А, 3, 4, 6 и 8. Это единица. А вот эти 2, 5, 7, 9. Это к нулю подкидывает. Чтобы нам переключить, значит, с памяти вот этой. Сейчас на борту стоит вот эта память. Самсунговская К4P4. И стоит, значит, и 1, это младший вариант, 1000. Вот, значит, стоит вот это сопротивление, 1C543. И вот эти 3, это по 10 кОм стоит на единичку, на 1,8 вольт. А здесь по 1 кОм на землю. Для того, чтобы нам сделать, отключить эту память и поставить от внешней планки, значит, надо 1, 1, 1, 1. Вот, значит, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Значит, вот эти три штуки, эту оставляем, она и так единица, вот эти три штуки убираем и ставим вот эти три штуки, раз, два, три. Эти по 1 кОм, мы ставим по 10 кОм. И тогда у нас будет вот, садим only. Вот. Вот эти все четыре штуки, три ставим по 10 кОм. Вот эти. Ну, одна у нас есть. Вот эти три убираем и ставим сюда эти три. Раз, два, три, четыре. Вот эти тоже ставим. А выглядит на плате это вот так. Сейчас у нас ставит это и это. Вот эти раз, два, три подтягивают к нулю, а вот это подтягивает к единице. Вот эти раз, два, три убираем, а эту не трогаем. И вот сюда. Раз, два, три цепляем по 10 кОм. И у нас получится вот такая картина. То есть, собственно говоря, это один к одному. Выглядит вот так вот. Вот так вот. Вот, раз, два, три, четыре. Но здесь зеркалки, потому что это на той стороне. Это обратная сторона показана. Вот это вот материнская плата. То есть та, где у нас стоят УБ, вот УД1, вот эта сторона. Это у нас как бы
верхняя сторона, а там у нас обратная зеркальная. Очень отличная программка. Подсвечивается каждый. И с чем связан, показывается. Это плюс 5 вольт, то есть плюс 98 вольт. Ну, допустим, 1,35 вольт, он все подсвечивается. Куда у нас питание подается, все эти 4 штуки. Итак, любой ЭД подставляем, все, вот он подсвечивается. Так как раз плюс 1,35 вольт. Это ГНД, наверное. Он сразу подсвечивается, ГНД. Оп. Где диск ГНД сидит. Отличная программа. И здесь можно найти. И здесь вот другой сигнал найти. Где он там, 10-й вывод. Вот он. Как считается, черт, 10-й, да? 11-й, 12-й. Получается, был первый где? Был первый, второй и погнал. Вот так вот он считает. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Ну, здесь отсюда счет идет вот так. Вот такая вот программка. Отличная. Перейти на ту сторону. Так, на эту сторону перейти. А вот, вниз. Вот это. Переходим на эту сторону, а это на эту. Отлично. Прижимаем левую кнопку и перетягиваем куда нам надо. Крутим колесико, увеличиваем. Здесь любой элемент можно найти. Подсвечивается название элемента. Отлично. Вот, увеличил. Тынь. Видно. Какой сигнал 1,8 вольт. Вот там я все. И куда дальше иду. Оп, это ГНД, да? Нет, это... Memory Strap 3. Стреп 0, 1, 2, и куда он пришел на процессор. Процессор уже какая нога, сразу подсвечивается. Вот какая, 1207, и какой сигнал, ГНД. Вот это 67-я не используется. Сигнал N3023 такой-то. То есть любой сигнал, где что, и он с чем связан. Отличная программа. Ну, это я. Как вот этого переделать. Отключить внутреннюю память и подключить вот этот вот слот внешний. А это схема. Схема тут тоже 45 листов. И она тут можно листать. Вот на какой-то на 13-й странице шоу нас тут. А это процессор, начиная с какой-то там с 18 страниц, по-моему. А вот. Кто у нас? Вот это бортовая память. Вот D1, D2. D1. D2,
Там, значит, у нас Don Logger Beats. Это Don Upper Beats 3-4. Это младшие разряды, это старшие разряды. Отлично. На этом кончаем. Придет планка, буду вот это вот пробовать.